Чё тут? У нас не заняло много времени найти ее. Мы прошли 2 мили по глубоким водам на север, чтобы начать перехват. Пройдя материк, мы вернулись на запад и прошли еще 2 мили, чтобы отрезать ее от побережья. Понял. А в чем прикол? Чтобы обогнуть мыс, нам потребовалось пройти еще 4 мили на запад. И скорее мы увидели матч в 4 мили к северу. Увидев святую, прошли 2 мили. Не-не-не, подожди-ка, а чё, почему не идет? В смысле? Чего? Что за механизм описан в нижней записи дневника? Похоже, что у него двигается. А, да? А, я понял. Да я понял. Только где ключ найти, без понятия. Вот с ней что-то надо сделать. Она же не просто так тут светится. Где еще-то ключ надо взять? Тут что ли? Да нет. Это было бы глупо. Так, тот стол позади сундука, в нем есть что-то странное. Подождите, в смысле? Ты вот про это? Похоже, что декоративная металли на столбе может вращаться. В смысле, где?
А. Все, понял, что-то не приметил. Ну вот и все. Вроде бы ничего сложного нету. Теперь мы ее увидим. Туман рассеялся незадолго до полудня. Она стояла в 6 милях к югу от нас. Быстрым маневром мы переградили ей путь, и святая Елена метнулась на 2 мили на восток обратно к мысу. Теперь она была всего в 1 миле к северу от нас. Ой. А что делать-то? Я вам не Джек Воробей, алло. О, вижу. Правильно. Ага, ну практически правильно. Весело. Прям в голову врезалось по логике. Но это надо, как я понял, сюда надо вставить обратно. Логично. Просто я-то играл в Assassin's Creed 4 Black Flag. И, можно сказать, понял суть. Штурвала нету. Сейчас исправим это. Так. Даже не знаю, правильно ли покрутил, но покрутил куда-то. В смысле? А, Роуз. Ничего сложного нету. Опа, еще что-то открылось. Святая Елена налетела на подводные скалы в 6:00. Ее дернуло, словно оторвало днище, и трюмы стремительно начали заполняться водой. Вот только здесь не было никаких скал. Мы постарались подойти настолько близко, насколько это возможно. Возможно и подобраться оставшимся в живых. Но при крушении выжил только один человек.
это был какой-то ученый. Спасенный человека с обезумевшими взглядом. Был оборванным, окровавленным прятье. Статуэтка, сжатая поделевшим кулаком. Блин, читая просто шикарно. Имела невероятную силу и ценность. Кажется, наша добыча не пропала место... Наша добыча не пропала вместо со святой Еленой. Я отнес эту ветку в свою каюту. Появился круглый стол, и там какой-то металлический предмет. Да-да, я его приметил. Еще, да вы чё мне? Естественная генетика. Нет, естественная тенденция этого мира. Что-то сразу не допёр, что это не Г, а Т. Сворачиваться в упорядоченным, слойным... да что ты? Сложный механизм. Подобно спиралям в вихре, являющимся и моделью, и системой. Кажется, что каждая комната сама по себе является частью более широкой системы. Вы должны преобразовать кого комнату, чтобы найти символ, и изменить символ, чтобы найти дверь. Все должно быть приведено в соответствие, но с каждой целью. Может, я исследователь, или все-таки заключение. Почему букву Ё не написать? Вот что, почему... В русском алфавите, ну, не то, что в русском, а в письменности, в особенности, вот просто когда вы пишете, не любят букву Ё. Даже, знаете, вот когда пытаетесь писать что-то, там тоже, ну, вот на телефоне там, тоже ее недолюбливают. У вас обычно стоит Е, а чтобы вам поставить Ё, вам надо удерживать Е, чтобы поставить букву Ё. Почему? Почему ненавидят букву Ё, я не понимаю, почему? Почему? Букву Ё вы ненавидите? Объясните мне, пожалуйста. Странные вы люди. Этот кусок полути чему-то принадлежит. Nautical Miseries. Ну, пытался правильно прочитать. Так, хорошо, вот здесь можно. Эти высы надо... А, я понял, наверное, не. А что сделать-то надо? На весах отмечены разные формы. Одна из них соответствует гире. Ты вот про эту? В смысле? Я вообще ничего-то не понимаю. А, ну наконец-то поставил. А. А, понял. Теперь его сюда надо поставить. Кто вообще придумал это? Ой, здрасте. А вас-то я не приметил.
Вы бы что-нибудь придумали бы посильнее. К чему это? Без понятия. Так. А это сюда получается. Потому что куда бы еще? А что с этим делать? Гири. Ну. Чего? Эта третья гиря не соответствует ни одному из изображений на весах. Это-то я понял. А, все понял. Теперь понятно. В смысле, а чё тут? А, вниз одна должна смотреть. Я вообще все правильно делаю? Этот ящик на левом краю крышки шкатулки должен быть способ открыть его. Да должен быть. А в смысле? Я не могу сдвинуть плитки на ящики. Что ты контролирует их? Да это-то понятно. Я получил последний груз, который совпадает с тем круглым отверстием в ящике. Какой груз? Я получил последний груз, который совпадает с тем... Какой груз? Ты мне покажи его. Он получил. Получается, что? Я где-то его тут потерял? В смысле? Я что-то не понял. Что-то не вкуриваю. Квадратные плитки вокруг последнего отверстия контролируют замки на шкатулке. При их перемещении ящик разблокируется. О, да.
Круглое углубление. Секунду. Ёперный театр. Вот я туплю. Серьезно, затупил жестко. Так, вот. Сюда. Потом это вот так вот, это вот так вот и это вот так. С ней надо также похимичить, походу. И последний, как я понял. А тут что делать? Что на этот раз? Подскажите, пожалуйста. Алло, Алёша. Нет, а в смысле? Блин, вообще не видно. Чего? Еще один разъем без диска. Он должен быть спрятан где-то в шкатулке. Шкатулке. В какой шкатулке? Серьезно? Что-то вообще... Пока трудно, может из-за того, что сонный. Ага, я понял. Что-то в ней не так. Опять крутить. Во. Это больше соответствует тому, что здесь показано. А в смысле, она почему отдельно? Смотрите-ка. Ну вот и все. Так, а тут что? Как обычно. Мысли. Так, возвращаемся быстренько к кораблю.
И нужно якорь повесить. Так. А якорь сюда что-то вешается? Ну, разумеется. А это что у нас? Вот здесь вот можно. Ладно, это может потом надо взаимодействовать. Походу вот это сюда, не? А! Он сюда что ли? Да нет, тоже бред. Так, что тут? Внутри шкатулки судовой хронометр, но он не фиксирует. Что-то открылось? Ага. А вот и отвёртка. Только без понятия, куда её? А, вижу. А если я попробую сюда? Потому что здесь-то видно, что можно ее. Здесь даже что-то дадут за это. Что так, внутри шкатулки судовой хронометр, но он мне почему-то не работает. Так. Давайте, короче, мы узнаем это уже в следующей серии, что тут надо делать. А, подожди-ка. А, вот теперь должно это открыться, да? А в смысле? А, сюда что ли? Что-то можно вставить?
Теперь. Во. А сколько надо выставить? Мне бы еще знать, сколько выставлять. Ну что-то говорится. А, все, вспомнил, тут что-то говорилось про 18:00. Ну, 6:00. Это значит нам... Так. Пять. Вот 6. Думаю, сейчас хронометр работает, но я увидел кое-какое движение с левой шкатулки. В смысле? Там есть переключатель как раз этой странно окрашенной поверхности. Ну я вижу, я повернул. После щелчка выключателя нужно использовать окуляр, чтобы увидеть, на какое время мне надо установить хронометраж. А, 2:50? Блин, ну ладно, давай. Так, вот 2:50. Во. И ключ нашелся. Так. Хороший вопрос, а куда этот ключ? Ладно, ребят, короче, будем уже решать это уже в следующей серии. Пока здесь выглядит все посложнее. Дело в том, что нам не одну дает стол, например, или что-то в этом. Я могу сюда сбегать еще раз, сюда. В чем вот в этом минус? Вот куда этот ключ, я пока без понятия. Что с ним можно сделать, когда с ним можно сделать. Пока ничего не ясно, непонятно. Так, сейчас, ну, прямо еще сюда попробую. Но это бред, это бред. Например, сейчас... Так, нужно попробовать взять этот ключ. Нужно опробовать этот ключ на корабле. Только куда его использовать? Заводить, что ли, корабль? Да без проблем. Но это бред, его с ключом заводить. Блин, хочется уже закончить, и все-таки хочется как-то закончить вот с этим. Похоже, это отверстие сбоку ящика для ключа. Сюда, что ли?
ты вот про это? Сбоку. Его тут не надо, не? Я бы еще бы видел, где это сбоку. Ну, бок вот один. В смысле? Алло? Ладно, короче, все. Давайте уж точно закончим. Пока что. Реально, головоломка здесь посильнее будет. Немножечко уже со второй головы, как вы видите. Так что будем продолжать. У нас еще впереди и другие прохождения, если кто не забыл. Теперь я, надеюсь, буду опять хорошо записывать, а то что-то как-то опять ушел в отрыв, скажем так, что опять неделю уже вторую нету роликов. Как бы так. А пока давайте уже закончим. Спасибо всем, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.